Приехали на так называемый пляж со звездами. Смотрите, здесь какой песочек. Вообще красота. Смотрите, сколько звезд. Где? Юля побежала. Мы сейчас идем на обед. Вон, смотрите, сколько звезд. Пляж со звездами. Вообще круто. Смотрите. А в Доминикане их нельзя из воды доставать, потому что они умирают. Смотрите, их сколько здесь. Ну, там, правда, в Доминикане больше, конечно, раз в 5. Видите, какая красота там. Песочек белый. Все таки красиво. Горизонт какой. Прекрасный. Ну, вот сейчас где-то там пообедать идем. Ну, эти дети играют, тут мелко, красота. Обед на острове Свободы. Нам принесли доширак, лапша сухая, вот такую кастрюлю с бульоном, который сейчас подогреем, будем заваривать доширак. Изо дня в день мы круче пристраиваем в народ ближе. И вот такая зелень. Ну и соусы здесь всякие, конечно. И мы сейчас будем их свежими есть. Тут рыба, кальмары, походу, и креветки. Будем сейчас их жарить вот на этой сковородке. И варить. Круто, да? Орешками все посыпать. Конька добавляет салат. Смотрите, такие палочками прям. Это местный шеф-повар. Все это уваривается и бульон. Наш хрен похож. Видите, как они варят, да? Блюдо прямо при тебе. Все, еще осталось на следующий. One minute. Следующий этап — это вот так вот с таких пачек. Доширак, лапшу, быстрого приготовления. А две половинки ее ломают, и уложат две порции. Потом еще две порции. Все сейчас накроют, минута, и все готово. Доширак по-вьетнамски. Суп фобо, уха. Буквально 4 или 5 минут, и суп готов. Называется горячая кастрюля. Правильно, Олег? Хот-пот. Хот-пот. По-английски, по-вьетнамски. Какая красота. That's all. Okay. No. Пляж называется пляж со звездами, потому что здесь их огромное количество. И все с ними что-то фотографируют. Идет еще Юля. Юля, подними-ка звезду. Вот так на руке подними. Так ты не боялась же? Нет, я боялась. Пошли, иди сюда. Здесь усеян звездами, девчонками немецкого происхождения. Дойчентын солдатам, капитулишен. Ну и весь вот он пляж идет. Он далеко. И получается мелко. Он делает даже, якобы плывет там мелко. Там максимум по пояс глубина. Вот такой пляж, 5 звезд. Ехать где-то от отеля 1:20. То есть очень далеко. Мы так вот ездили на сафари, а он с сафари рядом. Так рядом, в сторонке на север. Вот по пути заехали. Красота. Мелко. Рыбки плавают, видите. Дети бултыхаются. Юля вон идет следом. Делаем фотосессию. Мы
мы с Юлей идем, как обычно, по морям и океанам. И что мы с тобой нашли, девочка? Среди звезд уральскую усадьбу, опять она под водой. Везде она с нами. А жизнь, девочка, доставайте и спасай уральскую усадьбу, пока ее не утащили в подводный мир звезды. Тебе страшно? Нет? Усадьбу. Все, мы здесь. Прогулялись мы. Такая красота. Ресторанчики на воде. Здесь Юля качается. Здесь пальмы с кокосами. И дальше пляж идет. И везде здесь мелко, мелко, мелко. Видите, люди ходят. Далеко надо идти. Там он, видимо, сети. Это пляж звезд. Где много-много звезд. А здесь, например, их нету почему-то. Видимо, там в море они дальше. Пойдем дальше, Юля. Пойдем дальше или нет? Пойдем? Круто. Какая конструкция здесь. Сейчас развалится под нами телепузиками. Тренируется перед фотосессией. Нет, конечно, я видео снимаю. Юля, смотрите, как старается. Пишет, рисует. Что она тут нарисовала? Уральская усадьба 02-2020. И сердечко. Юля, помаши ручкой. А тут у нас тут конкурс художников. Следующий вариант. Усадьба. Ну, пока Юля побеждает так-то, если честно, не знаю даже. Танцуй. За нами море.